Завершается реконструкция 10-километрового участка федеральной дороги М7 в Чувашской республике. Согласно срокам, закончить строительные работы подрядная организация должна была в октябре следующего года. Но заказчик «Упрадор Волга» сообщил, с работой управятся ко дню работников дорожного хозяйства 19 октября 2014 года. Как строители смогли настолько опередить график, узнаете из нашего сюжета. А я с вами прощаюсь. Всего доброго. 10,5 километров дороги, 5 километров двухуровневой развязки с путепроводом, 2 надземных пешеходных перехода. Все это меньше, чем за 3 года работы. Достичь таких результатов удалось благодаря использованию инновационных технологий. Например, избавиться от главной проблемы дорог – воды помогут дренажные системы для водоотвода из пластиковых труб. Прочные и удобные для монтажа пешеходные переходы сделаны из стекловолокна и пластика. Но самое главное – вся дорожная техника оснащена специальной 3D-системой. С помощью спутника сигналов ГЛОНАСС мастер может на месте проверить, сколько ему материала нужно досыпать и как его распределить. Допустим, ставится на экскаватор прибор, и он уже, у него ковш не будет исполнять то, что ему задали в программе. Он создаст уклон такой, который в проекте, который задали ему. Не нужно лишних движений. Допустим, без системы 3D, допустим, нужно сделать 5 раз. И после этого проверять. А он сделает за 1-2 движения ковша. Дорога, по которой ежедневно передвигаются десятки тысяч большегрузных автомобилей, должна обладать улучшенными свойствами. Если раньше федеральные трассы проектировались под нагрузку на ось машины 6 тонн, сегодня этого недостаточно. В том числе увеличилась интенсивность движения до 45-50 тысяч машин в сутки. Требования возросли, поэтому ведется строительство дороги первой Б-категории. 2 полосы движения в каждую сторону с разделительной полосой и барьерным ограждением. Сегодня, проехав по всему участку, я посмотрел, практически работы подходят к концу. Сейчас идет обустройство откосов, засев трав, грубо говоря, наводят марафет. В основном земполотно уже полностью закончено. Показатели по ровности, по толщинам слоев, они все нами проверены, лаборатории испытаны и везде получены положительные заключения. Но, конечно же, главными судьями в деле о качестве дорог выступают сами автомобилисты. Дорога очень хорошая, удобная, прикольная, развязочка хорошая. Очень ловко по ней ехать и удобно развернуться там или выехать в любом направлении. Когда-то аварийный перекресток станет безопасным благодаря двухуровневой развязке. 4 полосы практически исключат заторы и пробки на подъезде к городу Чебоксары. Автомобилисты надеются, что федеральные магистрали станут примером для дорог регионального и местного назначения.